Разработать комплексный план мер по защите окружающей среды и решить вопрос с утилизацией отходов намерены члены алматинского филиала партии «Нур-Отан». Партийцы предлагают внедрить меры по сортировке мусора в городских общепитах. По словам нур-отановцев, им нередко поступают жалобы о том, что некоторые владельцы кафе и ресторанов беспорядочно оставляют после себя отходы. Поэтому этот вопрос должен быть урегулирован определенными нормами, считают члены партии. Задача и цель нашей комиссии – это в том, чтобы создать план, создать нормативные документы, где будут эти все процессы регулироваться.